В начале данного видеоролика хочу, ребят, к вашему вниманию представить увлекательный и крутой канал Joe's Rus. Ребят, я его уже советовал ранее, так что если вы еще не подписались, то не упускайте эту замечательную возможность. Переходите по ссылочке в описании и давайте поможем набрать парню 10 тысяч подписчиков. Ссылочка есть в описании, ну а мы, ребята, продолжаем. Так, пацаны, короче, снимаю я новую рубрику для моего канала. И чтобы мне понять, нравится ли вам эта рубрика или нет, я вас очень сильно прошу, поставьте лайк, если вы хотите продолжения, если хотите узнать больше крутых нычек. Ребят, для меня это очень важно, так что, пожалуйста, поставьте лайк, кому понравится данное видео. Ну, а также подпишитесь. Все, ребят, поехали, удачного просмотра. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня, прямо сейчас, я, ребята, буду снимать вашу любимую рубрику под названием «Проверка нычек». Ну что же, давайте я вам изначально покажу, какую нычку мы, ребят, будем проверять. Так, давайте, погнали, погнали за мной. Сейчас, короче, будет весело. Так, 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 пацаны, у ничего себе, сколько людей за мной бежит. Вот это да, ребят, я явно такого не ожидал. Побежали, побежали. Самое главное, чтобы никто эту нычку до меня не активировал. Вот, ребят, будем проверять вот эту вот нычку. Да-да-да, кстати, кто не знает, у меня появился Good Knife, это очень круто, это очень классно, и я, ребят, этим горжусь. Вот это я нуб! Самое главное, не нажимайте на кнопку. Братан, не нажимай, братанчик, братанчик, вот он я, Кента ПК, не нажимай на кнопочку, прошу тебя сильно. Ой, прям красавчик. Так, ребят, ой-ой, чё-то я вообще затупил. Ну чё, погнали, погнали, бежим сюда. В эту нычку не так уж и легко залезть. Ой-ой-ой, снизу зомби, вот это, ребят, опасно. Это очень-очень опасно. Так, давайте. Это Спарта! Все, ребят, ништяк, погнали. И мы, ребята, в нашей долгожданной нычке. И прямо сейчас мы будем ее проверять. Самое главное, чтобы наши тиммейты раньше времени не нажали на эту кнопку. Ребят, пока что давайте мы подождем, чтобы все залезли. Чтобы все из синей команды сюда залезли. И только потом нажмем. Вот, блин, ну вот какой баран нажал. Ох, ну ладно, ладно. Ладно, ну я просто хотел, чтобы все залезли, потому что там еще парень лез какой-то. Мы его не подождали. Ну ладно, ладно, нас, в принципе, так уж и так много. Ой-ой, ребят, смотрите, к нам лезет зомби. Я, конечно, извиняюсь, но я, ребят, не понимаю, на что он рассчитывает, потому что нас достать это нереально. О, все, пока, пацан. Ты, наверное, был хорошим человеком. Все, давай. Давай, до свидания. И теперь мы будем ждать зомби. Не, слушай, ну это действительно годная нычка. Зомби даже залезть не могут. О, аллилуйя, наконец-то залезли. Ну давайте, ну что это как черепаха, давай быстрее, братанчик. Я даже стрелять не буду. Но они, ребят, все равно не допрыгивают. Вот это не нубы. Ох ты, мать моя, женщина, пацаны, плохие, плохие, очень плохие новости. Ой-ой-ой, и я убил этого парня, вот это да. Ребят, эта нычка очень хорошая, но, пожалуйста, будьте всегда готовы ждать противника с этой стороны, потому что, ребята, это только что просто был неждан. Я не ожидал зомби, и он заразил одного нашего тиммейта. Это, ребят, было очень опасно. Я не понимаю, почему зомби такие нубы, почему? Вот почему они не могут запрыгнуть на этот ящик? Пацаны, ну вы вообще нубы, я просто с вас в шоке. Мать моя женщина, я упал! Так, ребят, это... Так, кое-что пошло не по плану. Так, 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 ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой, как все плохо, я упал, вот это да! Я такого явно не ожидал. И за мной уже выехали. Не, братан, давай дружить, стой, 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 мир, 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 мир. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята, плохие новости! Так, так, не пали меня, не пали, не пали, не пали, не пали, не пали. Да, пацаны, стойте, ну ты же мне был как брат! Вот, ребят, вот это я нуб. Не, ну вот, конечно, бывает такое, да, знаете, видео кента вышло из-под контроля. Ну, в принципе, я вам, ребят, скажу только одно, то, что эта нычка довольно-таки годная, потому что, ребята, мы видим, что тут сидят два парня, и их тупо нереально достать. Так что я скажу вам так, что эта нычка очень годная, но есть один небольшой нюанс. Вам необходимо быть внимательным, а то вы так же, как и я, просто сольетесь. Вот это, конечно, было обидно, блин. Но вот это, ребят, было неприятно. Я-то хотел вам показать, что это классная топовая нычка, а в итоге взял и слился на ровном месте. Эта нычка очень классная, очень крутая, но надо, ребята, всегда быть напоготове и ждать противника со второй стороны. То есть я вам скажу так, что нычка стоит своего. Так что, ребят, я рекомендую. И Денис Микс, который снимал видео по поводу этой нычки, он, ребят, не соврал, потому что нычка действительно топовая.
Ну что же, ребята, кому понравилось подобное видео, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что, ребята, именно по вашим лайкам я сужу, нравится ли вам данная рубрика или нет, и стоит ли снимать продолжение или нет. Так что, ребята, жду лайк, подписочку, колокольчик, и самое важное, это, ребята, ваш комментарий. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, какую следующую нычку мне, ребята, стоит проверить. Вот так вот и пишите, типа, нычка на карте сектор, она находится там-то и там-то. И, возможно, ребята, в следующий раз я ее проверю. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!